Приветствую всех зрителей, сниму для вас очень полезное видео и расскажу вам, как можно увеличить громкость своего смартфона. То есть ваш смартфон будет намного громче, чем он при стандартных настройках. Итак, есть два способа, сейчас я вам их покажу. Заходим в настройки. Здесь в настройках в поиске пишем регион. Повторите все на своем смартфоне. И вы увидите отличие. Отличие будет довольно хорошее. Громкость будет громче как в наушниках, так и в динамике при прослушивании музыки или какой-то другой информации. Переходим в регион. Потом ищем страну Сингапур. Сингапур. Выбираем Сингапур. Все. После этого вы перезагружаете свой смартфон и включаете. Если вам громкости будет недостаточно, то должны вы скачать в Play Market одно приложение, очень полезное. Заходите в Play Market, вводите усилитель громкости и скачиваете вот такое вот приложение. Такой наушник с молнией на синем, на желтом фоне. Заходите. Так, здесь есть реклама, но ничего страшного, все-таки приложение бесплатное, поэтому присутствует реклама. И здесь вы уже регулируете громкость, какая вам необходима. Усилитель громкости ставите на полную котлету. В настройки заходите тоже, максимальный буст. Ставите до соточки, если вам это необходимо. Мне, допустим, прям такая большая громкость не нужна. Если вам нужно, то пользуйтесь. Потом музыкальный эквалайзер. И здесь вы уже можете, включив музыку, подбирать для себя определенные басы и усиливать их. Вот такие, ребята, два классные способа я вам показал, которые помогут вам реально очень сильно повысить громкость вашего смартфона, если вам, конечно, это необходимо. Но помните, что большая громкость, она увеличивает износ ваших динамиков. Поэтому будьте с этим осторожны. Надеюсь, это видео было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем удачи!